цилиндре и через маленькое окошко вылез. Там получается лежит. Короче, данные все идите. Я только что переписал его и все. Вот, в общем, и вот требуют. И не было сейчас горло. Не надо, Света Павлович. А? Он там вылезет, я тебе говорю. Где вылезет? Раз. Подожди, сейчас. Да не надо, успокойся. Два. Три. Да не надо, успокойся. Мы сейчас все выйдут. Они меня знают, сколько там героина нахуй, пока я в душе был. Жень, да? Да вот. Понятно, ну ты успокойся, тут лучше что-нибудь уже. Сейчас это пожизненно было, стопудово, понимаешь? Человек выйдет, ну ты девчонку-то пожалей, она тебе... Я что сказал? Жень, вы... С той стороны не подходи, хорошо, не подходи. Хорошо. Не надо, он не... Успокойся, тут... Вытащи его. Все, все, вот так, давай, все. Пойдем скоро. И девчонку отпусти, девчоночку отпусти, пожалуйста. Я тебе что сказал? Ты успокойся, доктор только... Вот. Это врач. Кто сказал? Это врач. Женя. Ну ты выпиши! Ну сейчас вы. Вот же власть есть. Давай потихонечку. Потихонечку там. Потихонечку, давай. Я знаю, что я тебе вижу. Давай. Вот же у меня все есть, все готово. Не надо ничего. Ты просто забери своего друга, 5 минут дай мне и все. Какого друга? Он снизу готов. Да это врач. Женя, ну убери нож от нее. Ну ты же человек, Женя, убери нож. Ну что ты, блядь, это? Женя. Мне прямо в сердце будет, идите. Женя. Ну не приближайся, пожалуйста, на мне. Пошел! Что кинуть? Все. Врача сюда, давайте быстро врача сюда, посмотреть девочку. Посмотреть девочку. Ну, нехороший дядька. Мы ему сейчас накажем. Да, сейчас он получит по первой очереди. У тебя одежда где? Есть? В комнате. Ну ты сейчас все принесу, сейчас врач придет. Сейчас мы это давление померить, да. Мы его выведем, чтобы он тебе не мешал. Подошел, объясни. Давай. Мама девочки, пройдите. Давай, проходите сюда. Подходите. Она немножко ушел, не испугала. Обними ее, а бабушка, нормально. Бабушку сейчас. Она в скорую помощь сейчас придет. Все, успокойся. Это все уже самое страшное позади. Вот, заскочил человеку. Вашу дочку захватил. Ну уже все, сотрудники полиции отработали, он задержан.